Совещание началось с доклада руководителей экстренных служб и полиции. За прошлую неделю в службу 112 поступило более 5500 звонков. Более 30 раз выезжали на происшествия специалисты пожарно-спасательного гарнизона. Сотрудники УМВД продолжают бороться с нелегальной торговлей алкогольной продукцией. За прошедшую неделю изъято более 500 бутылок крепкосодержащей алкогольной продукции. Работаю в основном сейчас по Развилковскому кусту. По дорожно-транспортным происшествиям, слава богу, без погибших и пострадавших. Ситуация с коронавирусом в муниципалитете по-прежнему напряженная. За прошедшую неделю выявлено 340 новых случаев заражения. Амбулаторно у нас лечится, находится под наблюдением 1302 человека, у которых подтвержден ковид. Количество пациентов с пневмонией 305 человек лечится амбулаторно. В стационаре госпитализировано 474 человека. Полный загруженный стационар, из них 104 жители Ленинского городского округа. Поступило 6300 вызовов на дом, что на 3000 больше, чем было неделю назад. В связи с этим руководству ВРКБ пришлось снять с приема часть участковых терапевтов. Теперь помощь на дому оказывают 35 медиков. Глава округа Алексей Спасский призвал усилить контроль за исполнением карантинных мер. Андрей Юрьевич подписал изменения в свое же постановление, где введены новые ограничения, где установлены определенные запреты, в том числе и по возрастной категории, по проведению мероприятий, по работе отдельных наших органов и служб, таких как ЗАЦ, социальных служб. Также глава муниципалитета отметил, что так как до конца года осталось всего 2 месяца, всю хозяйственную деятельность в части ремонта, строительства и благоустройства, запланированную на текущий год, нужно завершить как можно скорее. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.